Киса жирная. Такая толстая киска, ведь мы ее это... Собака здесь подкармливает. Короче, у меня сегодня день безделья, но даже в такие дни я нахожу себе занятия. Сейчас, короче, вымыла наконец-то свою машину. Да-да-да, я еду на чистой тачке. На Новый год подарочек машинке. А сейчас еду за Софией. Такая довольная. На самом деле я довольная, потому что я погуляла на море. Вот. И то, что я погуляла на море, меня это немножко так взбодрило. Белгороду привет. Да вообще, ребят, всем привет! У тебя есть дети? О, собака. Да, у меня есть дети. Вот я за ней сейчас еду. Так, не выходи так резко. Я аж бросила, чтобы посидеть с тобой в эфире. Ребят, ну это вообще, это очень мило. В каком городе живешь? Живу вообще в Калининграде, но приехала вот к мамочке, к своим. И жду пока ребенка с садика. Вот катаюсь здесь, на море хожу. Ну, не загорать, конечно, но у нас, в принципе, плюсовая температура. Рудный, привет, передавай, плиз. Рудный, привет. Как обезьянка кривляешься? Ну, я и есть обезьянка. Мы все немножко обезьянки. Стрижка клевая. Вообще нету никакой стрижки. Просто вымыла голову. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Приятно, что почти все сообщения мои читаешь. Ну, я всегда буду читать сообщения практически все людей, которые ко мне относятся хорошо. Сколько я выхожу в эфир, это раз в день, но бывает вообще не выхожу, а бывает вот ничем не занята и могу сидеть здесь. Крутышка, обожаю тебя. Во, вот этот трек мне нравится, ребят, теперь. Это новый трек. Как мне сегодня сказал мой один друг, Гозиас, ну ты чё, влюбилась что ли? Откуда столько романтизма в тебе? С Дерябиной помирилась. По поводу Крис, я вам уже сегодня отвечала, что с Кристиной мы... Ну, не помирились, я считаю, что у нас должна произойти встреча, у нас должен быть диалог, и эта встреча произойдет в 20-х числах января, когда я вернусь с отпуска, когда Кристина тоже вернется, да, тогда мы с ней увидимся. Есть любимый мужчина, кто... Да я вот, я что-то не могу понять вообще, что такое любовь, объясните мне, может я стала какая-то черствая и вообще забыла, что такое чувство, я не могу понять, любимый ли у меня мужчина, или у меня пока просто мужчина для рассмотрения на эту должность. Почему на ваши вопросы не отвечаю, но, наверное, я их пропускаю. Я сейчас уже практически подъехала, я остановлюсь и буду читать все вопросы. Дом 2, я, ну, прям, я ни за кем не слежу, ничего, но я могу себе позволить, например, утром, когда я встаю на работу, включить для звука Дом 2, ну и где-то, может быть, даже присесть, если мне интересно.
Хочешь на дом 2? Я там была 2 года. Дом 2, 2 года. Вот, так что что-то нет. Вот. Хватит кривляться, будь собой, хватит мимики. Но я всегда была с мимикой. Вот, девушка, пожалуйста, вот опять пишет какая-то девушка, типа, она бичевка. Я все понимаю, но здесь не клуб анонимных долбоебов, но я это уже вам говорила сегодня в утреннем. Пожалуйста, заходите в те эфиры, где ваши вот сородичи, там, союзники, как их назвать, где вот тоже вот эти вот все бичи, все вот долбоебы. Пожалуйста, не хватит сюда писать. Мурику и Жене с Якутии привет. Мурик — это имя такое? Видно, что влюбилась. Ну как это? Ну вот как? Видно, что влюбилась. Ну в смысле? Я могу также у тети проходит сказать: о, тетя, ты влюбилась. Ну какие признаки у человека-то, когда он влюбляется? Мне просто интересно даже вот мнение со стороны, что такое любовь. Сосунья. Да, кто не сосет? Господи, бабы, кто не сосет-то? Все сосут. А, привет, Хакасия. Привет. Не влюбилась, а просто в эйфории и страсти. А, не могу сказать, что у меня прям такая, знаете, гремучая прям страсть, страсть. Но что-то есть. С этим тоже не поспорить, что-то есть. Так, как же мне... Нет, меня здесь брызгать будут. Я просто вымыла машину, я уже сказала. Я теперь пытаюсь ездить аккуратно, а у нас такая грязюка. Вот, все растаяло, что я теперь переживаю, что мою машину испачкает кто-то. Так, признаки: горящие глаза. Понятно. Буду знать, что когда у человека горят глаза, значит, он обязательно влюбился. Вообще, как бы, вообще, у человека глаза, потому что у него все получается там в работе, в жизни. Все, что он загадал, у него все это получается. Вот из-за этого могут гореть глаза. Так, но не у каждого поперечного ты сосешь и в жопу дай. О, господи. Полина, пожалуйста, свои вот проблемы оставьте вот для клуба долбоебов. Ну, не сюда пишите. Все. А вот у меня страсть пришла к любимому только спустя время, без вспышки и не сразу. Что за вспышки? Ну, как бы... Я уже не могу так, знаете, отдаваться в отношения, в любовь вот просто, вот потому что у меня страсть. Я уже это все испробовала, мне это не подходит. Почему не встречаешься с фанатами? А надо было? Все. Привет, как дела? Хорошо. Все эфиры твои смотрю. Приятно. Не обращай внимания на придурков. Согласна с вами полностью. Из-за этого я ее просто заблокировала, хотя я не люблю блокировать людей. С наступающим Новым годом. Ребят, вас тоже всех с наступающим Новым годом. Я надеюсь, что 2019, хоть он и год свиньи, но свинья все-таки вкусная иногда бывает. Так что вот, чтобы у нас все было сладенько и вкусненько. А ты всем отвечаешь правильно. Ну, бывает, да. Ты рассталась с Костей? Да, уже давно мы расстались. Мне кажется, он женился. Ну, просто времени столько прошло много. Мне кажется, он уже женился. Зайдите к нему на страницу, посмотрите. Ты негодница, ты чего игнорировать решила? Я не игнорирую. Привет, почему больше песен не записываешь? Ну, мне показалось, что это не мое. Мне кажется, я не умею петь. Я просто вою. Вот. А с кем будешь отмечать Новый год? Ну, в кругу своей семьи. Так, вот сейчас думаю, какой будет эфир по федеральным каналам. Поздравления с новым 2019 годом. Мне вообще плевать, я не смотрю поздравления, где какой эфир, что, ну, как бы...
считаю, что пусть вот они поздравляют, детские начисляют больше, девушка, вот, разберутся с матерями-одиночками и пенсионерам зарплату повысят, а то что-то, знаете, ну, как бы, вот мне эти поздравления, эти слова, ну, вот они мне никуда не уперлись. Прибавь музычку, я такая ужасная, что лучше музыку, да? Звонки голосам в эфире Love Radio. А, это музыка там у людей. Так, с наступающим Новым годом, счастья в Новом году, здоровья тебе и твоей доченьке. Спасибо, взаимно все. А, на что не плевать? Не плевать на свою жизнь, не плевать на своего ребенка, на своих родителей, на свою личную жизнь, на свою работу, на остальное все. А, абсолютно я клала огромный банан, вот, потому что, ну, мне от этого нету никакой вот, что... Мой парень не зовет меня с собой на корпоратив, спрашивает, почему не берешь, отвечает, ты там никого все равно не знаешь, а мне охота с ним быть-то. Слушай, ну иди на свой корпоратив, зачем тебе ходить на его корпоратив? Тем более, ну как бы, если он тебя брать не хочет, по-любому там есть какая-то тёлка, а может быть он просто тебя стесняется, то есть подумай и в этом направлении. И устрой офигенный корпоратив, одень классное платье, сделай макияж, причесочку, ну и все, он захочет к тебе прийти, поверь мне. Так, у тебя дочка красивая, как и ты. Спасибо большое. С Чуевым общаешься? С Чуевым, ну, когда видимся, общаемся, а так, так нет. Для тебя важно, чтобы твой мужчина был обеспечен. Ну, если мужчина не будет обеспеченный, то он изначально не мужчина, потому что, значит, он не смог реализовать себя. Обеспечение, оно тоже, ну, как бы, по-разному воспринимается. То есть... жить там, не знаю, в золотой клетке, это не моя история. Попытка там была однажды у кое-кого так сделать, но она успехом не сложилась. Так что вот так. Так. Саш, ты вообще не подстрекатель? Ну, нет, я не пыталась никого подстрекать. Я просто говорю по факту. Если мужик тебя не берет на корпоратив, когда ты тем более этого хочешь, значит, у этого мужика или кто-то есть, или он тебя стесняется и не берет с собой. Вот. А может, кстати, еще быть третий вариант, что он берет свою любовницу на корпоратив. Так что я считаю, что надо завести обязательно там с кем-то дружбу для того, чтобы выяснить вообще про своего мужика многое. Мне кажется, там будет достаточно информации. Юлия и Антон, привет. В Германию приезжай. В Германию, может быть, когда-то приеду. Так, у тебя красивые глаза, зеленые же, да? Да, у меня зеленые глаза, но вообще у меня хамелеон. Сейчас вот они зеленые. Бывают серые, бывают ярко-ярко голубые. Есть желание переехать в Европу. Не знаю, у меня есть желание, конечно, свалить, но такого, чтобы вот я куда-то хотела переехать, наверное, все-таки нет, потому что везде свои правила, везде свои законы, вот, и вот так вот. Почему я не с тигрой на Новый год? Потому что я вам уже всем все сказала, что никакого тигра не было. Это был таксист. Я ему заплатила 300 рублей для того, чтобы он сделал со мной несколько кадров. Сначала я, конечно, выпендривалась. Я ему говорю, слушай, дядь, я вообще, ты знаешь, кто я? Ну, он смотрит на меня, ну, как понятно, что у него в голове было там... кто я, вот, я говорю, я экс-участница Дома 2, я участвовала еще и в других передачах, ты че, блин, не знаешь, что ли, меня, короче, он остановил машину, хотел, чтобы я вышла, но я не стала выходить, я ему сказала, что, дядь, ладно, прости, 300 рублей заплачу, пожалуйста, можно пару кадров, ну, просто у меня падает статистика, и мне надо ее поднимать, вот. И закрутила такую интригу. Так что, ребят, простите, пожалуйста. Надо спросить мне и понять, какую сумму примерно тратишь в месяц на уход за собой. Слушайте, я не могу так сказать, потому что что-то я делаю по бартеру. Соответственно, ну,
То есть, вы понимаете, это реклама, которая у меня на странице, вот, но в основном это все мастера одни и те же уже несколько лет, вот, что-то я делаю за деньги, а так, чтобы считать, где я что делаю, я не считала. Спасибо, Сашуль, ты красавица, всегда выглядишь супер, спасибо большое. Но скажу так, что когда рассказывают, мне надо вот 500 тысяч, чтобы вот в месяц сделать себя, все это херня полная, не надо никаких 500 тысяч. Господи, губы, ну, губы мы не каждый месяц колем, да, и губы стоят там, ну, 15-20 тысяч там. Скулы тоже, ну, вот кто там что колет, я не знаю. Вот, я могу сделать губы, я уже давно их не делала, то есть, наверное, полгода точно. Лоб, он тоже недорогой, и вот у меня тоже он не сделанный. Все, короче, Али, пожалуйста, возьми меня. Как я открыла свой магазин? Открыла магазин, сначала сотрудничала с девочкой, она мне его, в принципе, и предложила открыть, вот, Вера. А потом уже, когда переехала, ну, чуть-чуть проработала где-то полгода одна в Москве и переехала сюда, уже открыла здесь одна. Красотка, как дочь, а ты сейчас где? Ресницы свои? Нет, ресницы не свои. Реснички я сделала в городе Калининград. Мне посоветовали эту студию, этот салон, как они говорят, ресничный дом. Вот, я осталась довольная, потому что мне ничего не колет, у меня нету раздражения, у меня нету опухлости, и реснички смотрятся как свои. Но растила я для того, чтобы поехать в отпуск, ну, не совсем, чтобы была это, бельмом там. Чтобы можно было понять, где рот, а где глаза. Говори, что ты не экс-участница Дома 2, а суперзвезда всей галактики. Вот если я буду ехать в такси и скажу, эй, слышь, мужик, короче, я не хочу тебе платить. Он скажет, какого перепуга? Я скажу, да я просто это, звезда всей галактики. Мне кажется, он меня остановит около психушки. Так опасно, короче, шутить. Скажи, Дом 2 сценарий? Не знаю, ребят, я же там давно не была. Перестали смотреть Дом 2 после твоего ухода. Без тебя неинтересно смотреть мои прямые эфиры. Ты на проекте была очень классная, стойкая, боевая девушка. Удачи тебе и здоровья. И всей твоей семье. Я благодарю, все взаимно. Вот, удачи вам тоже, любви и всего самого хорошего. Хочу ли я посетить Молдавию? Может быть. Губы не качала. Еще не качала, я очень хочу их накачать, и я после отпуска обязательно поеду к Алиму, сделаю свои любимые такие губы и буду счастлива от этого. Испытала ли ты боль после мамопластики? Нет, не были, конечно, нюансы тоже свои, потому что у меня оказалась очень плохая заживляемость кожи, и были сильные рубцы, нам пришлось переделывать это все. Короче, были свои минусы, но минусы не моего врача, минусы моего организма. Вот, так что, а так я прям очень все. Ту-ту-тфу. Зачем тебе мириться с Кристиной? Она нам не нравится и не дружи с такой противной. Я считаю, что Кристина не противная девчонка, и мы с ней дружили очень долгое время, да, как вы знаете. И Кристина очень открытый и очень интересный человек. Куда едешь? Ой, приехала за Софией. Сейчас вот через 20 минут она поест, и я ее заберу. Приезжай как-нибудь к нам в Владивосток. В Владивостоке я была, мне очень у вас понравилось именно летом. Зимой это невозможно, потому что у вас вот эти сопки, да, правильно говорю, сопки. Вот, машина везде буксует. Там не заехать, там ты сам съезжаешь, на тормоз давишь, она все равно едет очень, как бы не очень. Так что, может быть, когда-то летом проездом буду. А мне, ага, так, какая машина? Машина у меня Toyota. Покажи Софу, да, Софа еще в садике, я жду, пока она покушает. Блин, я аж сама кушать захотела. Когда я кушала? Я кушала, ой, как я давно кушала.
Так, с мужем общаешься? Ну, конечно, приходится общаться. Вот буду звонить ему сегодня, клянчить подарки Софии. А что делать-то? Как у вас погода? Все хорошо? Вы расстались? С кем? Сама готовишь? Не, не готовлю. На Байкал приезжаю. Вот на Байкал, да, это... Я хочу в Амстердам, я хочу в Париж, я хочу на Байкал. Нет, в Париж не хочу. Фу, это вот... Хочу на Байкал и в Амстердам, точно. А когда была на Доме 2, было все по сценарию, ссоры, любовь, были моменты. Муж нашел себе девушку или жену, конечно, уже давно. Почему клянчить, он сам не дарит? Ты пользуешься уроками психологии, которые ведет в эфирах Александра Харитонова. На самом деле я на Александру не подписана, вот, скиньте ее ссылку, подпишусь, буду пользоваться. А вы пользуетесь? Ой. Все, ладно, пошла я. Мужа вот там вот девочка любит, мужа очень сильно, муж, вот цени, пока тебя любят, потому что ты нахуй никому не нужен будешь. Все, я пошла.